Прошло уже более 70 лет, как закончилась Великая Отечественная война. Однако время не властно над тем, чтобы стереть из памяти воспоминания об ужасах войны, боль тех лет. Мы благодарны всем, кто приближал победу над фашистской Германией. Очевидцем и участником тех страшных событий был и Семен Николаевич Портянко из Новосад. Когда началась война, Семену Николаевичу исполнилось 15 лет. Жили небогато, в семье было 5 детей, 2 мальчика и 3 девочки. Вспоминает ветеран, как старших Николая и Евдокию забрали на фронт уже в 41 году, а в 44 ушел и он. В 44-м нас забрали сразу на фронт. Нас взяли запасного пуска на фронт. И там воевал я всю зиму. Молодых отобрали, кто в разведку, кто куда, а старых у пехоты. Я был на Украине, 4-й Украинский фронт. Маршал был 4-го Украинского фронта Толбухин, главнокомандующий 4-го Украинским фронтом. А все время на Украине освобождал Украину. Вот. Все время, до весны. А весной его ранили. И 8 месяцев я отлежал в госпитале. Ветеран вспоминает, как с напарником отправились на задание и наткнулись на немцев. И мы вдвоем шли, и их табун, немцы сидели у кусту, ели. Мы их вдвоем убили. С автоматом вдвоем, с гранатами. Только 7 штук провели у штаб. Нас там не ранили. И мне за это, тому и мне за отвагу. Дали. А ранили под весну, бой был. Я сюда отстреливающий, там же нас много было. А гляжу за угла другие по мне, я его видел, как вас. Я тут завалился, а он там ходу. А тогда я полз оттуда, передовой. А 2 идут. Ну, 10 метров от меня, ручь капут, а я помню в битах. И они по нас стреляли, но по мне еще не попали. Вот. А тогда я напомню, кто меня забрал. Я с кровицей шел, я напомню, кто меня забрал. Очухался я в госпитале, а так я долго на передовой был. Победу встретил в госпитале. 9 мая 1945 года ликовали все, радовались, что удалось победить фашистов. Поправив здоровье, вернулся на родину, в деревню Новосады. А там полная разруха. С войны вернулись и брат с сестрой. Спасибо Богу, что остались живы. Брат Николай удостоен 3 орденов. Отечественной войны 1-й и 2-й степени, Красной звезды. Про него написано в книге «Память». Сестра Евдокия удостоена ордена Отечественной войны 2-й степени. У самого же Семена Николаевича медаль за отвагу пришла с Украины уже в мирное время. А также орден Великой Отечественной войны 1-й степени. Имеются и другие награды. А сейчас жизнь очень хорошая. Я имею в виду от теперешнего времени. Лучше не надо, как теперь хорошо. И пожелал бы всем людям, чтобы жили очень счастливо и хорошо. И мирного неба. А 22 июня вместе со всем белорусским народом он склоняет голову в память о тех, кому не посчастливилось вернуться с той страшной войны.